Сейчас. Никита, нас ждут звездюля. За дикого я готов. Нет. Я не буду чувака экипировать, у меня денег нет. Какая локация? Резерв снова? Чего? В смысле? Че? Чего? Не понял. Блять! Я не выйду с рейда, если пойду диким. Почему? Да ты поймешь, когда увидишь мою фамилию. Пошли что диким там? Сползаем. 1-1. Куда? Схема. Чего? На резерв 2 дня. Дикие. Дикие нахуй. Ух ты! Какой у меня ник четкий. Ну имя. Никитка наглый. Ход 200. Да не опасный. Что-то мне, блядь, напоминает этот. Не знаю, у меня мой ник мне прям нравится. Ой, а мне вот мой не нравится. Можно мне его поменять, блядь? На кого-нибудь поживее, нахуй, чем 200-й. Какой 300-й? Устроить это? Это хотя бы лучше, чем 200-й. Ой, я с какой-то... Я с какой-то... С какой-то М-кой, что ли? Никита, у тебя, по-моему, наёб, я чувствую, что у тебя нет денег. Ты просто не хочешь выходить из-за этого. Не хочу. За ЧВКшника. Я еще раза два выйду, и точно денег не будет. Знаешь что? Надо все-таки Андрею купить, блядь, этот ебучий Тарков, чтобы ты был не один такой. Чтоб тебе было не так обидно. Ну, он вчера говорил мне это. Скачал себе... лещей, нахуй. Он скачал себе пиратку, типа, попробовать, ну, поиграть. Просто побегать, посмотреть. Скачал. Да. 8 штук, нахуй. Кстати, Женя, он там что-то говорил, вот я сейчас, подожди. Я тебе сейчас перешлю. А, ну да, перешлю. Я у него спросил его настроить, ну, системные требования, типа. Он мне там что-то сказал. Что-то там серверное у него, блядь, мать нахуй, мать, перемать нахуй. На, проверь, пожалуйста. Пойдет у него Тарков? Там, конечно, не все параметры компа у него сказаны. Женя! Ну, Женя! Женя прилег отдохнуть. Ебучие, блядь, сука, вы как-то поочередно давайте. Это как? Это как-то вместе? Иди в пизду, блядь. Эй, ты где, блядь? Мне надо тебе объяснить, что так говорить нельзя. Ты чё там, Женя, я ставлю на тебя, потому что у Димы не соответствует победе. Чего? Ну, тебя. Ага, не... ну да. Как у тебя там опасный? Кто у тебя там опасный? У меня? Опасный. Да, не опасный. Нет, не у тебя. Блин, я забыл. Никитка наглый. Ну, это тоже, кстати, соответствует. Единственное, блядь, у меня не соответствует. Ну, это, блядь, поправимо. Это поправимо. Причем я хочу, чтобы это поправили максимум, блядь, в игре, нахуй. Так что мы когда будем с локации выходить, просто пристреляем тебя. Да и ладно. Я тебя, блядь, раньше пристрелю, если попаду. Жека, ты где? Чего, так я вон. А я ГПшку нашел. Так, погоди-ка. А где народ? Опять. Грузится. Где... Где-то мы, блядь, это уже проходили, нахуй. Ну-ка, шар. Ты не народ.
Спасибо. Пожалуйста. О, нихуя себе. Слышь, я тут вообще-то по главной ехал. Петушья ляжка. Какая у тебя главная? Знаков нету, нахуй. НХ. О, ты фак проебал. И ЦМС проебал. Я солеву зато нашел. Твою мать! Че? Пизда реки. Я оправдал свою фамилию полностью, нахуй. Помер, что ли? Да. Игрок там рядом. А я загрузился. Встречай, хули. Сейчас тебе поздороваются, нахуй. Женя, ты где? Блять. Он прикидывается трупом. А, кстати, судя по всему, уже не прикидывается. Серьезно, вы меня кинули? А, отлично, блядь. Мы его кинули, понял, да? Пойдем отсюда. Ты живой, Жень? Я не знаю. Пока бегаю. Я на вышку залез, спрятался. Дверь не закрывается. Какую? А я... сейчас я попробую объяснить. Там гора рядом. Да. Я к тебе иду, получается. Только чтобы я тебя не пристрелила. Это ты бежишь? Я в окне смотрю. Это ты? Там какой-то дебил на вышке вон сидит. Где? Я не вижу. Ну ты стреляй, если что, по этому дебилу. Я его увижу, так тоже пристрелю. Боюсь, что это ты. Пойдем. Куда? Веди меня, Сусанин. Выходы только... какие? Гермозатвор бункера, дикие места, канализационный люк, забор у КПП. Ну, к забору у КПП пойдем. Че, все, на выход, что ли? В обход. Не, сейчас там. Мне надо еще двоих убить, используя ППшник. Тут дикий. Жопа написана. Вы в ней находитесь. Опа. Вы в нее играете, вернее. Это Дима? Это нет. Нет. А там ствол был? Да, был. Подожди, я каску заберу. Да блин! Че ты у меня все позабирал? На, все. На. Стой, а как тут забрать? Вещи. Чё за фигня? Чё, я тебе отдал? Жизнь. Подожди, я этот экипируюсь тут по красоте. Да, что желательно побыстрее. Злые вы, нахуй. Ну, я делаю все, что могу. Лучше стал выглядеть. Карпайте, блядь. Дело не во внешнем виде. А ты залип что-то у меня. А что ты без брони? Тебе каску надо? Да не я надо ты... мне ничего. Забирай все у меня нахуй. Дима, так, это... потише смотри, пожалуйста. О, ТВН. Тут еще что-то есть где-то? А я хз. Что-то тут можно взять. А, патроны надо тебе? Какие? Эй, как их выкинуть, если что? Смотри. Сейчас. 9 на 18 ПМ ПСО. Ой, не-не-не. Сами кушайте такое. Пойдем в одноэтажке сбегаем. Это он так тактично сказал, что это хуйня. Ух ты, ты так резко повернулся, испугал меня. Смотри, если что, ты боевая единица. И почему? Желательно калаш возьми. А как его взять? Ты бронирован. Женя себе отмычку нашел, чтобы выйти. Пропуск.
А на КПП зайдем? Не зайдем? На какое? А там? Нет. Там с рядом вертолетиком отличная КПП, такая трибунка на ней, такой хорошенький человечек лежит, можете его посмотреть. Это где? Так ты куда пошел? Зачем в дырки входишь, когда тебе не разрешали? Извините. Я в бутон... Там нет ничего. А, знаешь, где есть? Вот тут. О, на те ящички смотри тут. А ты не будешь? Ой. Мне страшно. Тут флаг России. Остаемся. Доллары нашел. Бери. Бери. $70. Ой. Блять. Я кнопку перепутал. Сука, этот придурок, лутая картотеки, блять, выстрелил сейчас несколько раз, нахуй. Я евро нашел. Главное, что гранату не кидал. Сейчас я ему, блядь, помогу с этим, блядь. У меня их тут 5 штук нашлось. А какие? 3 осколочные и 2 светошумовые. Кидай сразу. Че, в лотерею хочешь поиграть? Такая граната упала телефонной. Че, кто-то идет? Че, да вижу, да. Старуха с косой, наверное. Еще один тип пробежал там. Вижу, вдалеке который. От нас... Там еще один. Вон, это, наверное... Двое их. Да, это вот как раз. Это ЧВК? Один, скорее всего, ЧВК, второй вроде дикий с виду. Побежали, чувак. Отлично. Кто-то базарит. Дикие это базарят. Базаришь, что коты дикие болтают. Блять, где он? Нормальная там движуха. Че это такое было? Граната взорвалась. И осколки долетели просто. Ладно, хуй с ним, пойдем. Ты что-то опечален очень. Ты куда ушел-то? А? Чем я опечален? Ничем не опечален. Ты что, Дима пал смертью кошачьей? То, что Дима оправдал свою фамилию, блядь. Персонажевскую. О, это... Пророческая, сука, теперь будет ненависть к числу 200. И котам. Пророческая, сука. Если б, ладно, там... Чё такое? Блять, это вот как раз на выходе, куда мы выходить собрались. Нахуй с ним. Ничего страшного. Не за ЧВК же помирать. Я просто как крохобор все собираю. Все, что плохо лежит. Собираю, и оно по первости так и это. Так и есть. Прикольная озвучка, мне нравится. По стеклу, так по стеклу ходишь. Ну это да, они вот с этим заморочились. Я на второй этаж. Успеем? Давай. Успеем. А на какую фонарик-то включать? Если у меня есть у вообще. У тебя есть тут ты. Есть. То я ничего не вижу вообще. Никто ничего не слышал, надеюсь. Ты чё, пукнулся? Ну, да. Какая-то полка. А золотая цепь? Золотую бери, ее дорого продать, по-моему. Ну, достаточно дорого. Относительно.
О. Наших гараж денег нет, да? Это будет нормально. Ну, так хуярится там. Я сейчас тоже на втором. Я слышу. На третий пополз. На крышу. Да и хер его знает, сейчас посмотрю. Ну, попробую крышу чекну, вдруг что-нибудь попадется. Нашел, которым я нихуя не пользуюсь. Ну, нашел это какой? Это этот P226. Mm-hmm. В душевых ничего нет, я проверил, никто мыло не уронил. О, приклад какой-то. Еще что-то. О, ружье похоже. АК-105. Так, че, куда идем дальше? Че, куда, куда? Че он... Ты где вообще? Я на втором этаже все хожу. А, ты можешь на третий сходить. Я заблудился просто немного. Прям где-то рядом уже стреляют. Не. Не рядом. А ты-то где сам? Я на третьем. Все, я поднялся на третий. Ну, там картотеку можешь посмотреть. О, так их тут нифига себе сколько. Ты у меня, кстати, да. О, лампочка. Мне, кстати, тебе гранаты надо? Я гранаты нашел. Заря и F1. Давай только без этой, без чики, блядь. Тройник нашел. Это, Дима, чисто... Это про тебя. Да не, нихуя, это про тебя. Ну, вообще, судя по этому рейду, очень даже. Чё это вдруг, э? Тройник. Кто там, блядь, из нас ворона, нахуй? Никита, да? Вообще, это ты накаркал. Нихуя. Я накаркать не могу про себя. Почему? Я могу только объявить будущее про себя. А-а. Вот как переобулся, да? Пошел нахуй, сука. Пиздюк. Иисусы. Че, пойдем, можно? У меня места нет. Пойдем. Больше. Пойдем, пойдем. А ты где? Только там, где мы идем, там стреляют. Пойдем. У тебя есть этот гермодверь к депо? У тебя есть мозги? Нет. Нет, гермозатвор бункера. Блять. Восстановить подачу. Пойдем. Питания. Подожди. А еще раз. Дикие места, канализационный люк, забор у КПП, бронепоезд. Ага, понял. Ну давай попробуем к забору у КПП, просто там шмаляли так. Вон, пойдем здесь. Блять. Извини. Садись.
Кто-то бегает. Я слышал. Блять, ну короче, типа как бы либо выйдем, либо не выйдем. То есть два варианта. Так это как бы всегда. Ну тут прям совсем. Я хуй его знаю. Мне что-то подсказывает, что тут ничего хорошего, блядь, почему-то. Это вот сюда надо, да? Не-не, это вот в угол туда. А, я помню. Как лечь-то забыл? Икс. Обычно. А все, мы вышли. Это я хорошо сделал или плохо? Чего? Ты вышел-то? Пострелял в конце. Да похуй. Ну все, Никитка наглый выжил. 1100 опыта. Убийств нет. Я не убийца просто, поэтому. А состояние калаша... Состояние калаша 95,8 из 100. Нормально. Оно еще немножечко апгрейжено, да? Да, вот там хороший калаш, который я, конечно же, пожертвую в это малоимущим. Многодетным. Малоимущим и маловмещающим. Да. Малоимущим многодетной семье. А, это карабин Союз какой-то. Состояние... Ну, давай, это с дикого же. 57/63. А этот калаш с кого получается? С какого-то ЧВКшника? Так может ЧВКшника труп нашли. А-а-а. Вы его облутали или вы его завалили? Облутали. Облутали. Да он там в открытом поле как бы был. На дороге. Короче, у меня тут это... Как переворачивать-то я забыл? На контрол, нет? R. А, R. Зачем тебе переворачивать? Забудь вообще. Вместо них вот так. Дай человеку спокойно в Тетрис поиграть. Чё тебе, блядь? Меня вот, блядь, это тревожит. Давай, нашёл. Что? Тетрис играют когда? Да. Навевает флешбеки? Особенно, когда долго, сука, играют в Тетрис, Дима. Да? Да. Ничего не знаю, я вообще не играю в Тетрис. Сейчас. Итак, что хочется отметить, несмотря на все возникшие трудности. Несмотря на милое личико, алкоголичка. Угу. Так, на все трудности. Женя, ты здесь? Че? Да. Это теперь можно тройник по праву передать не Диме, а тебе, что ли? Или Диме все-таки он нужнее, более схож? Мне не нужнее, нужнее тебе, чтобы продать. Так что ставь у себя. Ну я не знаю. Тройник власти, блядь. Я бы сказал что-то вроде, ну ты там пизди, конечно. Что, я? Да. Нет, это Никите адресован. А, вот как, значит, да, переобулся сразу. Нет, ты меня просто заебал почему-то. Ладно. Совершенно неожиданно, конечно же. И земля круглая. Сука. Вот доебался, а. Ну да. Пидор какой-то. Надо нагнетать дальше обстановку. Как там? Не раскачивайте лодку.
Так, ну чё, куда? Не знаю, куда. Я в танке. И тебе, и мне надо еще до этих, до пистолетов, пулеметов побить, побить. А не желаешь в тундру сыгрануть все-таки? Ну, маленько так, чтоб уж